Kind sein. Ребят, всем привет из Китая! Привет! Вы на канале Лаовай. Мы сегодня направились в ресторан северной кухни. Там очень красиво, там вкусная еда. Ну, нам там очень нравится, это такой семейный ресторанчик. Пойдемте. Сейчас, в общем, поиграем в игровые автоматы, потом пойдем в ресторан. Хватит нам поиграть 50? Да! Ура! А также здесь при игре в автоматы выдаются такие талончики. На эти талончики можно купить что-нибудь, то есть надо собрать определенное количество. И можно любой себе подарочек выбрать. Чтобы выбрать более интересный подарочек, придется очень долго здесь играть. А также смотрите, ребята, какой интересный здесь есть аттракциончик. Можно пострелять, выбить себе приз. Ребят, посмотрите, что касается более серьезных подарков. Это, я так понимаю, холодильник. Пылесос, светильник, телевизор. Самый дорогой подарок здесь телевизор. 135 тысяч 300 жетонов надо. Сейчас мне дадут половину, и мы пойдем играть. Ребята, посмотрите, игра моего детства. Пакман. Трансформеры. Ничего себе, ты сколько выиграла. Много. Вероника, тут какой-то кэш сорвала. 756 жетонов. Ого. Азартная девка, да, какая-то? Но... Кого? Папу. Маму. Да? А зачем тебе эти жетоны? Так можно выиграть игрушку огромную, если много жетонов. Смотрите, этот ребенок сколько выиграл много. На балансе 2600. Я так думаю, мы без подарочка не уйдем. Вероника уже себе подарочек выбирает. У меня такая поняшка. Всякими там расчесочками, да? Заколочками. Вот так вот, да? Заколочками маленькими. И сами поняшками. Все, довольны? Пойдемте в ресторан. Вот он, ресторан этот северной кухни. Мы здесь уже были несколько раз. Нам здесь очень нравится. Здесь очень красивое такое оформление. Просто посмотрите. Здесь сразу же на входе такие повара. Все зазывают, все приглашают. Здесь что-то варят. Сразу же располагают тому, чтобы зайти, что-нибудь заказать, что-нибудь покушать. Так, здесь что-то неаппетитно все выглядит. Здесь вот мясо, я вижу, готовят. Здесь мангал. О, thank you. У нас сегодня вот сюда вот отвели. И вообще все кафе, конечно, оформлено в таком северном стиле древнего Китая. То есть фонарики везде висят. Нам здесь очень нравится, здесь недорогая
кухня и очень нам такая более подходящая, да, Кать? Да, здесь еда вот для детей очень, ну, нормальная, она не острая такая, очень вкусная, пельмешки, такое, что привычное для России. Они нам сегодня принесли новое меню, я не знаю, может, у них меню обновилось, ну, в смысле, что оформление другое. Вот, но раньше нам не приносили такую книжку, то есть мы выбирали просто по бумажке, вот по такой, проставляли здесь галочки, здесь абсолютно все на китайском языке, достаточно сложно было ориентироваться. Но мы разобрались. Да, но тем не менее мы разобрались. Да, без знания китайского языка, вы, ребята, вы представляете, мы разобрались. Нам еще Полинка помогала общаться с официантами. Здесь подают зеленый чай вот в таких вот чайничках. Он такой необычный какой-то. Почему ты говоришь, что это чай, Кать? Что это? Ну, гречка. Вы знаете, на чай вообще не похоже. По запаху вообще похоже на пшенку пережаренную и запаренную. Прямо. На чай точно не похоже. Ну, отвар какой-то. Какой-то отвар. Очень такой специфический вкус. Ребята, очень быстро принесли, минут, наверное, за 5. Это очень вкусно, и люблю я, и Полина это любит. Вероника тоже обычно ест, но сегодня она что-то завредничала и говорит, не буду. Она очень скользкая, ее сложно очень поймать. Никуся, не надо, сейчас на столе будет все лежать. Посмотрите, как ребенок владеет палочками. И мимо. Давай Никуся. Сюда ближе, доченька. Ребята, я сейчас буду пробовать на вкус и вам говорить. Только не ломай язык, ладно? Немножко кисло, там есть... кинзань. И еще овощи. Какие? Огурец. Морковка. Морковка. И, конечно, желейка. А еще вон та, вот эта травка. А еще вон та травочка есть. Вот такая. Это что? Кинзада. Ты ешь ее? Ой, ужас. Ребенок ест кинзу. Тот, кто говорил, что он это не ест, что он это не любит, пододвинул к себе тарелочку и наяривает. После еды нету, мне приходится терпеть это блюдо. Да. Короче, так и скажи, что вкусно. Это все, если вы не умеете палочками работать, то это все летит, все брызжет. Поэтому нужно аккуратненько. Ну, в принципе, вкусно. Мне не нравится то, что кинза попадается. А так... прям... Заправка очень вкусная. Ореховый какой-то вкус. Оля забыла сказать, очень вкусная заправка. Смотрите, сколько соуса. Вот она вот именно волшебство творит. Сразу же блюдо преображается. Какая-то кислинка такая, да? Кислинка, и... да. Опа! Посмотри, что нам принесли. Муары наши принесли со свининкой. Это свининочка. Я люблю эти грибы есть. И малышка стала кушать фунчозу. Главное блюдо сегодняшнего дня. Ребята, если будете в таких местах, рекомендуем вам вот эту штуковину. Ребрышки. Корейка, как ее правильно назвать, не знаю. В общем, кости очень вкусные, отварены в каких-то специях. Посмотрите, как они выглядят. Они очень мягкие. Пельмешки жареные принесли, очень славится северная кухня вот этими пельмешками. Заказали просто с бараниной, да? Угу. Очень вкусные. Внутри прям сок, я не знаю, как они это делают. Прям надкусываешь пельмешку, и оттуда сок прям вытекает. Просто мясо. Просто мясо. Мясо. Очень-очень-очень вкусно. Оля, расскажи про мясо. Чем оно тебе нравится?
мягкая. Мягкая. Мягкая, сладкая. Съедобная. Сладкая. Вкусная. Мягкая, бесподобная. Ой, бульон, ничего себе ты выливаешь. Берем чуть-чуть, макаем свой соус от пельмешек и кушаем. Я покажу, как это все по-китайски делаю. Я когда хотела откусить весь бульон, вот он. Как это делается по-китайски? Берем пельмешку и такая его... Откусываем, и как ты делаешь, ты перевернешь, а потом в другую часть уже. Сейчас отрезаем. Ха-ха-ха! Как это делать? Я тоже так же кусала, мне весь бульон вот так. У тебя полный рот, не разговаривай с полным ртом. Смотрите, как это китайцы делают, я не умею. Здесь, смотрите, грибы, яйца, лук, свинина. Морковка, перец и какой-то волшебный соус. Вкус яйца прям и этого соуса. Ребят, всем привет! Привет! Не удивляйтесь, что мы на улице находимся. К сожалению, у нас села камера, я не взял с собой аккумулятор. И мы решили еще раз пойти в эту кухню. Заснимем, получится большой выпуск, заснимем какой-нибудь новый блюдо возьмем. Смотрите, какие мы сегодня все полосатенькие. Ты заметил хоть, нет? Не обратил внимание. Вау, смотрите, ребята, сколько народу. Потому что завтра праздник, сегодня предпраздничный день. Завтра 1 мая, ребята, в общем. Ура, наша очередь. Недолго мы ждали, минут 15 всего. Очень много народу было в начале. Здесь очень большой поток, кафе очень большое. Сейчас, куда нас посадит? Куда? А вы пойдете к стенке? Давай к стенке вон туда. Смотрите, ребята, папа пришел с сыном, а сын это не удержался, не дождался трапезы. Спит. Как он его будет кормить, я вообще не знаю. Ребята, мы заказали очень много, специально побольше заказали, чтобы показать вам, какие здесь вкусные блюда. Если что-то не доедим, заберем с собой домой. Ребят, смотрите, нам первое блюдо принесли косточки. Мы обожаем их вообще. Дети их тоже любят. Девчонкам взяла сок. Это черника. Я уже открыла, не тряси. Приходим мы в этот ресторан. Мы каждый день заказываем вот это мясо. Покажи мясо. Каждый день, говорит. То есть мы не каждый день сюда ходим. С Катей решено было взять курицу. Да? Ну, вот уже мясное блюдо в принципе есть, да? Но все-таки мы решили взять эти косточки еще раз. Обожаю. И все, кто сюда приходит? Да, так правильно. Все сюда приходят и все заказывают эти косточки. Одна косточка стоит 15 юаней. А вот и принесли нашу курочку. Мы взяли полкурицы, потому что целая будет много. Я вас, наверное, покину на какое-то время. Я не смогу управлять камерой. Потому что вот это самый главный важный процесс поедания костей. Обожаю их. А? Пробовать. Обожаю это мясо. Смотрите, просто мягкое мясо свинины. Вообще надо, знаете, как сделать? Надо будет, наверное, в следующий раз сходить с Виктором сюда. Вот. Виктор сам с севера. И он нам подскажет по меню, может быть, что-то именно национальное какое-то, да, блюдо северное, которое именно популярное в Китае. Я думаю, будет интересно. Да, потому что мы в основном всегда выбираем только по картинке. Я люблю немножко острый кайф. Тебе даже запить нечем. Дай стаканчик. Не
в Австралии. Я еще картошку съела, даже не запивала. Вкусно? Можно? Да. Слушай, это, по-моему, папоротник. Правда, очень вкусно. Ага. Я думаю, это одно из блюд, которое мы закажем еще раз. То есть в следующий раз, да, мы обязательно закажем. Да, оно только не жирное, вкусное такое. Вкусно освещенное, да, такое? Да. Так, пробую, ребят, картошку. Полина говорит, что она острая. Сразу остринка, чуть-чуть остренько. Ой, да нет, не чуть-чуть, я бы сказал. Как ты ела? Это же остро. Горит? Горит рот? Немножко щипит. Ребята, сейчас будем пробовать с вами курочку. Курочка, как сказали, вкусная, поэтому мы ее взяли. Курочка. Мне нравится, что она мягкая и дымком отдает. Холодная. Как холодного копчения. Похоже немножко на курицу холодного копчения. Да, вот мы в России покупали. В этом ресторане мы всегда заказываем пельмени. И заказывали пельмени жареные и заказывали вареные. Вот так жареные нам больше всего понравились. Они очень сочные внутри. Мы заказали с бараниной. Мы их миллион раз пробовали, Катя говорит, но я не знаю, вдруг при монтаже я буду очень вкусно кушать, что я вдруг это захочу оставить. Ну, посмотрим вообще. Так, вот так вот это все макается в соус. Там чесночный соус заготовленный. И они внутри прям мягкие, там прям бульон. Бульон прям мясной, бесподобно вообще. Вкуснотища. Ой-ой-ой. Бульончик. Обязательно оставим адрес этого ресторана в описании. Рекомендуем к посещению, очень душевно, очень семейно. Обстановка нам здесь очень нравится, да? Какой-то свет приглушенный, декорации мне их очень нравятся. Именно находишься как будто бы в Пекине, да? Помнишь, когда мы были? Да, и даже, знаешь, я хочу сказать, несмотря на то, что народу здесь очень много, здесь достаточно не шумно. Ну, как бы все равно шумно, не так, как в России, конечно. Да. Но с учетом того, сколько здесь людей, достаточно тихое место. Очень большой поток у этого ресторана, особенно в праздничные дни. Так, ребят, смотрите, здесь еще принесли вот такую вот, я не знаю, как это назвать. Лепешку, лепешка, а внутри лицо, зелень. Лук и яйцо. Лепешка. Вкус зелени такой сразу насыщенный. Будешь? Да я. Тоже сочно. Мы наелись. Кать, ты наелась? Да я наелась. В общем, мы объелись. Вот, в общем, здесь выдают такие контейнеры. Если вы не умеете говорить по-китайски, просто запомните такое слово «дабао», «дабао». Вот так вот звучит это слово. Это еда с собой. Дают вот такие контейнеры, в которые можно сложить еду с собой. И вот такие сумочки. Пойдемте, счет оплатим. У нас по чеку вышло 246 юаней. Но это мы, конечно... Разошлись, да. В прошлый раз у нас по счету вышло 180 юаней. Вот. А сейчас 246. Я первый раз здесь вижу очередь. Посмотрите, как у них красиво здесь. Здесь, видимо, VIP-комната, если я не ошибаюсь. Здесь так, смотрите, как приятно. Здесь прям так тихо. Здесь, кстати, накурено. Это мне не нравится. Мне эти стены так нравятся вообще. Туалет у них есть.
О, здесь у них что-то фотографии какие-то есть. Все, ребята, мы дома. Если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх. Если вам было вкусно вместе с нами, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока!